Сегодня с небольшой порцией позитивных новостей для вас. Меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче», быстро про абитуриентов, коммуналку и что-то там еще. Я забыла что, но обязательно об этом расскажу в третьей новости. В Беларуси в коммунальные платежи хотят добавить еще и услуги по видеонаблюдению. По версии Минсвязи, это поможет отследить некую общественную безопасность. Кто выходит и кто заходит. И угадайте, кто же должен платить за всю эту радость? Конечно же, жильцы. Ну а как вы к этому относитесь? Новость не про одуванчики, а про отдых в Беларуси. В Беларуси появится свой аналог букинга. Белкрай разрабатывает специальное приложение, где внутри страны можно будет бронировать жилье и получать оплату онлайн. Сервис планируют запустить уже в начале июля. Это, кстати, не единственный такой в нашей стране. Кого могут зачислить вузы без экзаменов и вне конкурса? Например, выпускников военно-патриотических классов, которые раньше посещали кружок «Юный пограничник» и готовы родине служить. Если вы хотите поступить на сельхознаправление без экзамена, то тоже это возможно по целевому направлению и на те специальности, которые определит Минсельхоз. Если вы учитесь в спортивно-педагогическом классе, то поступить на специальность физической культуры и спорта тоже можно без экзаменов, но с нюансом. В аттестате по профильным предметам не меньше 8, по остальным не меньше 7.